такой комплект, вот текст, и прям в виде такой книжечки, заботливой, крупно написанной. Вот такой прям, ну, все создано для того, чтобы можно было и вчитаться, и вслушаться одновременно. И когда вот так отправляешься в путешествие, по словам песни, сказки, вместе с аккомпанементом, то можно услышать все эти сюрпризы, которые живут в музыке. И там так ярко слышно, например, как фонтан пускает кит, всем сюрприз даря, вот такой балалайка там звучит очень красиво, так переливчато. И сам весь аккомпанемент, вот эти два инструмента, которые так щедро разливают волны доброты, и гитара, и аккордеон. Сама музыка, она наполняет этой добротой героя, вот как-то так ее разливает. А уж вместе со словами это, конечно, удивительный комплект для такой встречи с любимой песней-сказкой. Причем его можно читать, ну, мне кажется, вообще всей семьей, всем вместе, и взрослым, и детям. Песня любимая, и вот в сочетании все в одном комплекте есть, получается, здесь. Можно открыть и исполнять вместе. Очень здорово.